Здорово, товарищи! Welcome to the TV Jam. Сегодня будем делать колбаски. У нас попка от свиньи. Желательно так порезать эти куски, что меньше жил. Жилы нам будут мешать у мясорубки. Поэтому стараемся, кроме того, что жилы и куски режем, чтобы они были такие за мясорубку. Значит, чтобы могли попадать легко внутрь. И когда делаете колбасу, желательно, чтобы было тут немного жира, этот жир не бросайте. Сейчас перво сделаем фарш. А за хорошую колбаску нужно мясо, ну, примерно там 15-20% жира. Затем вам принадобится какой-то старый хлеб. Когда он старый, значит, это лучше. И этот хлеб добавьте в миску. У нас есть черево, кишки, черево, как кто зовет. Тут надо вытащить, у меня, к сожалению, 90 метров. 91 точно пишет на упаковке. Поэтому я возьму конец один. Они так связали, они с солью. Возьмем там, например, 2-3 черева. Эту мы оставим нами под колбаски, все остальное мы постараемся довернем в соль. Если что, можно дальше засолить. И все это ставим в холодильник за следующий раз. Возьмем одну миску. Давай все сюда. И зальем их водой, чтобы сошла эта с вас соль. Возьмем маленькую миску. В маленькую миску сразу добавим наш хлеб. Зальем мы то все с немного воды и оставим, чтобы нам хлеб намочился. И мы сейчас пойдем к нашему замечательному миксеру, который все делает, это такая волшебная штучка KitchenAid. Мясо ставим здесь, включим нашу волшебную штучку. Сделали мы фарш. Сейчас мы то посолим, примерно 1 столовая ложка на килограмм. У колбаски можно добавлять все, чего хотите. Если любите острое, добавьте острую паприку. Если любите, как австрийцы, добавьте белый перец. Вариантов много. Мы добавим паприку, как серби, добавим белый перец. Сейчас мы посмотрим, чего получилось с нашим хлебом. То, что надо. Немножко процедим. Сейчас мы то все смешим, чтобы получилась такая однородная масса. Теперь добавим белого перца. Я знаю, что вы догадываетесь, колбаска без чеснока – это не то. Поэтому одну головку. Немножко посолим. Еще немного добавим паприки. Этот хлеб, который мы добавили, он потом выпьет жир от мяса. Все то получится как надо. И сейчас у нас идет эротическая часть кулинарии. Засуните пластмассовую штучку в кишку. И посмотрите, как это все просто. Аккуратно. Здесь свежим все, видите, здесь наверху. Это можно и вырезать, никому точно не нужно. Чтобы у кого-то не было какие-то ассоциации. Волшебный миксер. 1001 возможность вам позволяет. Ставите кишку сюда, закройте миксер, немножко отвинете, расслабите. KitchenAid или кухонная помощь нам позволит такую волшебную варианту, где мы сейчас возьмем наш фаршикус. Есть такая штучка интересная. Ого, посмотрите, как это идет. Сейчас мы то все сюда ставим и, короче, включим. Когда получите размер, который вас устраивает, вы просто заверните. Посмотрите, чего у нас есть. Сейчас мы то все свежим. Сейчас мы перво сделаем это так. Возьмем один противень, нож, порежем хлеб. Потом возьмем и так решетку.
ставим нашу колбаску. Видите, если вам там где-то воздух остался, вы просто так заверните два раза. Наши колбаски ставим в духовку. Хлеб пока вытащим, нам не надо. А противень просто ставим вниз. Чтобы колбаска жарится, весь сок, который будет капать из колбасок, чтобы капало в противень. А потом 5 минут до готовности будем ставить внутрь хлеб. Это будет очень вкусно. Сейчас мы откроем нашу духовку, уберем уже там на 200 градусов. У наш противень, как видите, капает всякая жир, сок, вода из нашей колбасы. Туда добавим хлеб, закроем это дно и вернем сюда, в духовку. Температуру уже можно убрать на где-то 180 градусов, чтобы хлеб не согорел. Вытаскиваем наш хлеб. Затем вытаскиваем нашу колбаску. Все то несем сюда. Решетку сейчас мы уберем, не надо. Шипцы, хлебушку горячую. Настоящую домашнюю еду, которую сделали своими руками с помощью KitchenAid. Это будет то, что надо. Спасибо. С вами был Серж, ТВ Джем. До свидания.